немножко секретная трансляция по доброй причине, что анонс я не давал. Амогус у меня уже обозвали. Привет, Мишутка, рад тебя видеть. Да, добрый вечер, доброй ночи почти уже, наверное, всем, да, кто видит это. Не хотел сегодня запускать трансляцию, но передохнул немножко, принял душ, чуть-чуть подремал, и вот я, соответственно, здесь. Не то чтобы прям свеже отдохнувший, но более-менее в состоянии допройти, надеюсь, данную игру. Хочется все-таки ее добить. Это мы и будем пытаться, соответственно, сделать. Так, дайте я пару патрульчик сделаю, да. Угу. Опять же, анонсы я отдавать не хочу. Посидим вот камерно, грубо говоря. Все равно, к тому же, все, скорее всего, уже спят в столь позднее время. У меня по ощущениям, как будто бы полночь, если что. А по факту только половина десятого. Вот такой вот шок контента. А у вас как дела получается? Как у вас в стране? О, господи, какой же большой. Я и забыл об этом, если честно. Просто ужас. Так, ну нам куда-то в эту сторону, по идее, да? Айда. Мы там искали себе счастье. Но так и не нашли, потому что нас тут постоянно обижают. Да, вот в этом месте мы пытались вчера протиснуться. Давайте побудем вперед. Так, ага, меня стопорят, соответственно, вот эти вот штучки. Дом, работа, работа, дом. Понимаю. Очень тебя понимаю, Мишутка. Та же самая ситуация. Хотелось бы куда-то вырваться, но пока нет, к сожалению, возможности. Но ничего. Я думаю, в середине ноября такая возможность появится и передохну. Плюс ко всему, скоро День народного единства, по-моему, да? Или День Российской Федерации, или День флага. Какой-то из дней праздничных, короче, нам предстоит в ближайшее время, в понедельник, поэтому будет выходной. Это круто, я считаю. Это, на мой взгляд, просто замечательно. Так, как? Да как ты меня достаешь-то? Я же сныкался вот сюда. Пипец, ну это бредятина, конечно, легкая произошла сейчас. Гадюка. КБ меня отожрали. Ни за что, ни про что. Не попал. Угу. Давайте подождем, когда он родит. Родил. Так, ну поплыли дальше. Можно было бы его, в принципе, сразу с собой забрать, да? Вот. И использовать. Я немножко управление забыл, если честно. Контент, вот, да, про это и говорю. Стример. Да, стример такой, на самом деле, я даже отрицать не буду. Ну не то, что опоздал, скорее сознательно это все было мною преподнесено таким макаром, да? Так, давайте мы его вот сюда положим. Так, нет, не-не-не-не-не-не-не, да стой ты. Да не ешь, плюнь. Так, харе. Ай-яй, как... больно. Так, ждем. Здорово, друг Харе. Потому что они-то он платье, да, я знаю, мы вчера это выяснили опытным путем. Вот. Бонь. Мы вчера это буквально выяснили. Так, выблин. Не ешь, положи сюда. Все. Не бузи. Да ебарас это достал. Вот ты душнила. Ай-я. Что-то у меня сегодня не получается никак проползти нормально вперед. Не дают они мне вдвоем это сделать. Еще раз привет и еще раз привет. Привет много не бывает, я считаю. Позвольте поинтересоваться, милздарь. Привет. Звонил ли вам некий банана телеком? Дал ли он о себе знать? Мне прям очень интересно. Развитие событий.
Потому что у меня лично произошло прям увлекательное событие. Я тебе расскажу чуточку позже об этом. Сначала сожру вот этих вот всех козлов, да? Найс. А, там еще один посвятился, да? Угу. У меня после хух стрим упал. Да, хухился, получается. Тихо. Ай, я-то как ты так, падла? Жаришь, а? Пипец. Так, пошлите со мной. Тихо. Тихо. Вот. Звонил ли вам некий Банана Телеком? Вот в чем мой вопрос как бы заключается. Так, сюда мы пройти не можем. Можем проползти сюда. Давайте мы это сделаем. Тогда тут предлагают разместить биомассу. Но мне написал. Че написал? А че? А где? А что? Хочу знать все подробности. Прям не отходя от нас. Нюдисы. Скидка на кофе. Нюдсы кофе. Скидки на нюдсы. Так вот, я почему вообще любопытствую? Потому что вот помнишь историю, которую я тебе сегодня днем рассказывал про Китай, да? Он дал о себе знать снова. Я такой, опа. Это интересно. Так, ага, счет мы закрыли. Счет где-то журчит. Журчал. Камыш. Деревья гнулись. Камыш, конечно, шумел, но кого это волнует, да, в принципе. Текс. Давайте. А, нет, мне наоборот не надо размещать биомассу, мне надо наоборот ее сожрать. Да, мне надо же со щитом проползти, по сути. А как? А, ну это тупо неудобно, окей. Дайте когда все-таки скинем, получается, биомассу, да? Понь. И еще. Жесть, как напугал. Жесть, братан, вот ты даешь. Напугал пузажи. Ты там типа, так что ли прыгнул на человека или как? Правильно, пусть боится. Пусть боится. Где? Знай наш. Ладно, так. Стелс? А, ну, Оро. Я надеялся, что это самое. У нас некий бритчик получится, но нихера подобного. В лоб так сходно уверенным, неожиданным. Ну, уверенным. Неожиданно, да. Да, прям никто не ожидал такого развития событий. Скажи, что там целая войсковая операция была. По подготовке. Траншеи копал. Груз довозил. Не знаю. Войска в пригодность приводил. Бэм. Да пьяц. Да чё ж душная локация? Просто не могу. Надо сохраниться, что-то тупанул, малюх.
поджираем. Давай. Не забыть сохраниться. Так, Тимпай не туда, сюда. Угу. Сохраниться. Готово. Так, куда вот это ведет? Ага, это воду запускает всего лишь. Но это бредовое, мне не нужно. А, и это обратно нельзя подвинуть даже. На работу вызывают в любой момент, но это бред. Имхо. Это, конечно, отстой. И на кой ляд я сюда вылез? Получается, просто какая-то крюкачина получается нам. Угу. Здравствуйте, товарищ Демансина. Как ваше дело? Девочки были глупыми. Пиво было кислым. Время потрачено зря. Однако, здрасте. Достоин. Это кто, извиняюсь, поет? Я такой вот трек что-то не припоминаю, если честно. А, я, кажется, понял, зачем там это ответвление, но оно тупое. Малость. Давайте в это полезем. Ага. А, то есть все, я прошел, получается, что ли. Поет бригадный подряд. И я вот буквально сегодня, кстати, дискографию скачал заново. На телефон закину, буду там слушать, потому что, ну, там же нету его в Spotify полноценно. Ой, Spotify, господи Иисус. В Яндекс.Музыке. Песня называется «Скамейка». «Скамейка», говорите нам. Не помню ее, если честно. Но мне больше ранние альбомы нравятся. Чрезвычайно, я бы сказал. Так, какая-то духотенюшка начинается легкая, если честно. Я думаю, сейчас еще история будет про знакомство. С моей стороны, или с твоей стороны, или с ее стороны, или со стороны Демансина. Кто кому задолжал историю, ну, признавайтесь. Низ прошел, да, вот я как это самое. Рафляно бегаю. Но то, что да, низ пройден, это я заметил. Я поэтому специально сюда отполз. Чтобы отложить здесь биомассу, дабы у меня была эта самая обилка. Нет, не то. Вот, все, мне надо просто это самое. А стоп. Нет, не стоп. Нет, стоп, погоди. Нет, потому что, наверное, это понятно. Там просто не пролезть особо. Нет, не так. Вот так. Потом вот так. Дальше мы повзем вот это. Не, ну если Демансинов расскажет историю знакомства с кем бы то ни было, то я буду только рад. Fucking motherfucker. Так. Так. Мне нужно что? Мне нужно иной вариант. Да, надо побольше каши скушать. Каша скушена. И вот теперь мы такие красивые, жирные, да, ползем сюда. На какой-то ляд заряжаемся тут, проползаем сюда. По-моему, где-то позади можно было, получается, биомассу, да, отложить. Я просто плохо уже помню уровень, если честно. Даже хз, с кем я знакомился последний раз, со мной. Блин, мне проще контрольную точку грузануть. Куплю неимоверно просто.
Катастрофически тебя не хватает мне. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Пара-па-па-па-па. А кто это поет, кстати? Не помню. Уже прорвал, да, я понимаю, просто опять же. Я хочу оставить биомассу где-то здесь поблизости, чтобы. А, вот, все. Чтобы проползти дальше. Потому что мне нужен другой вариант моей мутации. Я ради биомассы возвращался. Оп, чтобы сделать вот так. Ага. Ну что тут у нас? Тихо, 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 тихо. Еще творишь, а? Безумец. Нет, это не пневмаслом поет точно. Это вот прям уверен. Здорово. Жифам показал свой хобот. Спешите видеть. Привет, привет, как дела? Блин, посуд, гады. Но мне только вот этого захватить бы в идеале, да, и все. Дело, считайте, шляп. Че палишь? Эй, короче. Ты еще живой? Симпай не надо. Так вот. Не, масла на скорый концерт в Питере. Я не знаю этой группы. Ну как, я знаю то, что она существует. Я знаю то, что ее слушает Димансин. Но сам я ее ни разу не слышал при этом. Ты это понимаешь? Вот такой вот я человек. С гнильцей получается. Уж простите. Вообще, кто в здравом уме называет группу пневмасло? Да. Оу, щит. Оу, щит. Оу, фак. Еще и сервак лагает. У-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Еще есть сейф далекий. Сейчас у меня что-то это самое битрейт подскакивает, я вижу. Дайте я попалю за ним немножко. Смотри, мне гад. Блин, мы теперь опять здесь, а ты что будешь делать? Это душит что-то последнее. Лобовая эта игра прям. Я не туда полез. Надо просто собраться, надо просто расслабиться. И все будет ништяк. Так, зарядились, биомассу оставили. Поползли дальше. Собрался? Надеюсь. Надеюсь. Контрастрайк устраивают. Пропрыгивают прям. Идите сюда. Давай тоже сюда паузу. Ну. Стесняется.
Разобрался. Закончили упражнение. Готово. Да, можно. Да, обилка на тап. Она на самом деле довольно имбовая. Вот, просто я ленюсь ее использовать. Плюс, если враги палят твой щупальц, то они начинают очень злиться по этому поводу. Так, хорошо. Жоп все постреляй, блин. Мне чем-то саундтрек здесь напоминает вархаммеровский про Adeptus Mechanicus, кстати. Малёха. Надо робота замордовать, да, получается. Там только ноги остались, да? Стрим продолжается иногда с задержкой. Ну слушай, у меня пропущен 1% кадров. Это может быть даже на моей стороне немножко проблем, но я сейчас периодически поглядываю на битрейт, да, вроде бы все стабильно. Плюс, если ты смотришь с телефона, то тогда неудивительно, потому что с телефона трансляции всегда подлагивают. Это из-за приложения Twitch и из-за их приколов кадиров. Ну ладно, сработало хотя бы так. Вызываем роботов. Да залезай себе. Где это тело? Вон оно. Вставай быстрее. Да быстрее давай, ты иди, древёнок, вот. Паника. Найс. Так, где можно сейвануться? Подвисает стримчанский? Дай тюрки, муп. Отвлекся. Дайте, я сюда залезу. А, блин, назад даже не отступишь, а? Ёпарсты. Я могу трансляцию, в принципе, перезапустить. Кто на это скажет? Я могу сервак попробовать поменять ради интереса. Да, давайте, наверное, так попробуем поступить. Не прощаюсь.